Семьяу, сегодня мы будем готовить салат. Салат из кальмара. Потому что мы хотим худеть и просто быть красавчиками. Плюс я хочу порадовать свою любимую жену. Вот так вот, поехали. А нам понадобятся сами кальмары. Я уже как подготовился, порезал их кольцами и кинул буквально на 3 минуты в воду, чтобы они были менее резиновые. Нам понадобится лук. 100% добавлю маслины, яйца, я думаю, 3 штуки, огурчик и немножко красного перца. И для мяса самого салата, я думаю, вот такого. Немножко фетаксы. Вот они наши ингредиенты все. Сейчас мы добавим немножко оливкового масла и будем ждать.